Ненецкий автономный округ закольцевали. В России запускается новый проект «Серебряное ожерелье», который должен объединить туристическое и культурное пространство Северо-Запада. Идея дополнить знаменитый туристический бренд «Золотое кольцо» кольцом вокруг Санкт-Петербурга родилась давно. Это логично. Если Москву окружают города Владимира Суздальской Руси, то почему бы не создать вокруг северной столицы туристический маршрут из древних городов Новгородского княжества? Можно было, да, почему нет? Интересно по России путешествовать. В Великом Новгороде очень красиво, в Ивангороде тоже. Вот то, что там граница с Нарвой, очень красивая сама по себе граница. В Выборге очень красиво. Всем советую Выборг посетить. Ну, я у многих уже была, в принципе, но вот Великие Луки не была, туда можно было бы съездить. Вообще интересно, мне кажется, в любых местах побывать в России. Памятники, ну вот интересные, может быть, какие-то, как вот в Малые Карелы, вот что-то наподобие, вот может какие-то древние, такие уже более старинные какие-то постройки, церкви, может быть, монастыри какие-то красивые. Обязательно, почему бы нет, путешествовать в России. А почему вам нравится? Вот сейчас многие ездят за границу, почему вот именно? В Россию познать, свою любимую страну. Проект «Серебряное ожерелье» сформировался по инициативе Минкультуры как единое туристическое пространство на Северо-Западе, в которое вошли Санкт-Петербург, Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Изборск, Печоры, Старая Ладога, Тихвин и другие. А после присоединения к проекту Вологды, Архангельска, Соловками, Мурманска, Калининграда, Коми и Ненецкого автономного округа кольцо стало гигантским ожерельем, в котором 33 архитектурно-ландшафтные зоны, где в первозданном виде сохранились памятники, парки, усадьбы, мосты и каналы, своеобразные. Разная машина времени для туристов. По маршруту огромный выбор крепостей и фортов, стоящих на границе славянских земель, включая Невский пятачок, памятник прорыва блокады Ленинграда. Есть подземные крепости, линия Маннергейма. Для паломников посещение десятков монастырей и храмов от Кирилло-Белозерского монастыря в Вологодской области до Соловков. Проект еще только запускает, а уже установлен рекорд. На Соловках побывали около 1000 туристов с круизного суперлайнера Crystal Symphony и 500 членов экипажа. Причем всем им не нужны гостиницы. Таким образом, туроператоры уже разрабатывают новые программы экскурсионного обслуживания, а Соловецкий музей-заповедник проводит дополнительный набор экскурсоводов. А в Ненецком округе набирает обороты экологический туризм. Ненецкий автономный округ может многое внести в проект «Серебряное ожерелье», потому что он дает для этого проекта, в первую очередь, он дает Арктику. Арктику, которая является доступной, до которой можно долететь из Москвы и Санкт-Петербурга за 2,5 часа. И если, например, люди поедут путешествовать по данному маршруту, то... Ну, наверное, только Ненецкий автономный округ может как бы предложить вот именно все арктическое многообразие. Это остров Айгач, это Андерма, это белые медведи, моржи. Вот, плюс это оленеводы, огромная красивая река Печора и огромные возможности для рыбаков, охотников. Вот, потому что ну, ни для кого не секрет, что, например, весенняя охота на прилетного гуся в Ненецком автономном округе, наверное, самая лучшая в Европе. Запуск «Серебряного ожерелья» будет способствовать скорейшей разработке уже существующих туристических маршрутов на территории Ненецкого округа. Любовь Пермякова, Мария Кравченко, Владислав Носкин, телеканал «Север».